Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я покажу вам, как сшить вот такую развивашку для, в детский садик для ребенка учиться математике, считать, вычитать, складывать, изучать цифры. Такие развивашки продаются в магазине, но я решила сделать это сама. Мне это всегда доставляет большое удовольствие, поэтому я стараюсь все делать сама. Это сшито из фетра. Фетр и липучки. Вот липучки. Здесь пришиты липучки. Ладошки тоже здесь пришиты к фетру. Здесь тоже вот липучка. На пальчиках здесь липучки. Здесь также. И цифры тоже для хранения какие. Пока для примера не понадобится, тоже здесь вот здесь такая липучка широкая. Допустим, пример. Еще в магазине я видела там фотографии, вот такие еще цветы. Для чего-то я не знаю, для цифр. Так, допустим, 2. Так, давайте на сложение. Плюс 1. Может, чтобы цифры сюда на эти цветы ребенок ставил, чтобы не запутался, куда циферку. Равно. 3 найдем. 3. Так, здесь тоже цветочек забыла. Так, эти цифры остались. Сюда в запасе ставить знак. И на пальчиках начинаем 2, загибаем, прибавить 1. Считаем, сколько пальчиков. Итак, давайте приступим. Я покажу вам, как я это все шила. Кому может интересно, оставайтесь со мной. Приятного всем просмотра. Сначала я вырезаю все детали из бумаги. Цифры, ладошку. Знаки. Все вырезала. Теперь берем фетр. И вырезаем все эти детальки из фетра. Сейчас я покажу, как это сделать. Берем фетр. И то, что надо вырезать, кладем на фетр. И удобно это сделать с помощью прозрачного скотча. То есть мы наклеиваем скотч на эту деталь и на фетр. Так, приклеили, лишнее отрезали. Теперь будет удобно вырезать эту деталь. Все вырезали. Скотч остался на бумаге. И легко можно его снять с фетра. Остаточки. Таким же образом я вырезаю все остальные детали из фетра. Кружки, цифры. Знаки, минус, плюс. Знак равенства. Если кому-то интересно, могу сказать свои размеры. Диаметр вот такого круга 3,5 сантиметра. Квадрат 4 сантиметра сторона. Цифры 3 сантиметра. Также еще я вырезала ладошки. Сейчас покажу.
Теперь нам надо пришить, все подготовить, пришить цифры на эти кружочки. Пришиваем или на машинке, или вручную, как вам нравится. Вот так, это надо пришить, также знаки пришить. Здесь цифра 1, цифра 2, цифра 3, 4 и 5 повторяются два раза. 2 однерки, 2 двойки, 2 тройки, пятерка, где-то еще пятерка, четверки. Так, вот еще четверочка затерялась. Еще надо взять небольшие кусочки фетра, чуть большего размера, чем вот эти у нас заготовки. То есть вот так, побольше. Желтые тоже. Большего размера, чтобы было удобно их соединять, пришивать. А лишние затем отрежем. Так. К этим кусочкам нам надо пришить липучки. Сначала к этим мы пришиваем цифры кружочкам, сюда мы пришиваем липучки. Или же приклеиваем. Липучки бывают на клеевой основе, а бывают пришивные. Вот это у меня на клеевой основе. Это мягкая часть липучки, а это жесткая часть. То есть приклеил и все, шить не надо. Но не доверяю я таким этим липучкам. Мне кажется, они ненадежные, будут отваливаться. Поэтому я отдаю предпочтение пришивным липучкам. Вот так пришиваем липучку. Колючую часть пришиваем на эти кусочки. А затем уже будем соединять. Таким образом, вот так вот, и прошивать. Смотрим, чтобы липучка была посерединке круга, вот так. А затем лишнее, вот все вот это отрежем. Я закончила. Цифры я пришила, знаки тоже пришила, липучки пришила. Теперь буду соединять эти две детали вот таким образом, чтобы липучка была посерединке, а затем лишнее отрежу. Также и знаки. Теперь еще ладошки покажу, пальчики. На пальчики также пришиваю липучку, колючую часть. Я один уже пришила, одну липучку. Таким образом, вот так. А сюда еще надо пришить липучку, но мягкую часть уже. Вот такую вот широкую. Она у меня 2 сантиметра шириной. Вот сюда вот так пришью, чтобы пальчики вот так вот загибались, приклеивались. Сейчас я пришью, я не буду вам показывать, как я на машинке шью, не буду вас утомлять. Покажу сейчас результат. Вот я пришила. Теперь надо лишнее отрезать. Так. Также поступаем и с ладошкой. Вот я пришила, и надо все вырезать. Получится вот так. Теперь я беру кусочек фетра размером 25 на 26. И теперь мне все детали надо пришить на этот фетр. Ладошки. Сейчас все распределим. Так.
Так, здесь у нас будут примерчики, знак. Так, знак минус вот сюда можно. Здесь я пришиваю мягкую часть липучки. Теперь надо цифры на место. Так, давайте по порядку. И повторяющиеся цифры. 1, 2, 3, 4 сюда. Здесь я оставила для примера. Здесь у нас будет пример. Так, допустим, 2 плюс 1. Давайте возьмем вот здесь 1. Равно 3. Так, у нас осталось 5 сюда. И знак минус для хранения пусть здесь. Вот так. Один пальчик. Вернее, 2 сначала идет. 2 прибавить 1. Получается 3. Или же наоборот. Все пальчики вот сначала загнуть. На липучку. Так. И допустим 2. 2 пальчика отгибаем. Прибавить 1 пальчик. И считаем. 1, 2, 3. Вот такую развивашку для ребенка. В садик я сегодня сделала. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.